Мне суток, друзья, вы на канале Greenplay, и в данном ролике я покажу и расскажу, как набивать уровень легенды или просто уровень силы в игре Dying Light на уровне кошмар. Вначале нам нужно перейти в локацию Старый Город. Для этого вы должны идти по сюжетной линии, и далее вас переведут по канализации в данную локацию. После чего вы должны сразу же бежать в самую северную часть города. Здесь вас будет ждать сейф-зона, которую вам нужно будет очистить. После того, как вы ее очистите и отойдете на метр 20-30 и вернетесь, то вас здесь будет ждать трейдер. Он уже будет продавать патроны винтовочного... патроны всех калибров он будет продавать. Именно они нам и нужны. Потому что, чтобы фармить именно в этом месте, нужен автомат, ну или любое огнестрельное оружие. Только не ружье. Ружье, оно бесполезно. После чего мы ждем ночи. А, и советую запастись аптечками. Вылезаем. И становимся параллельно вот этой вот постройке. Берем наше оружие, огнестрельное, то есть либо это пистолет, либо это винтовка. Приманиваем нечисть. Очень важно стоять именно примерно вот на этом месте. Простите. Теперь приманиваем внимание. И просто когда они начинают лезть, мы их скидываем. И они падают, ломают себе шею. Тем самым даруя нам очень много очков легенды. Ну или очков силы. А также иногда очки ловкости. Когда зомби, именно не прыгуны, а обычно зараженные, падают и ломают себе шею. То есть это очень удобный способ фарма. Вот сейчас я немножко пофармлю и вернусь к вам. Да, кстати, вас могут обходить вот с этой стороны. С правой. В общем, сейчас идут последние 15 минут времени игрового дофармливания. Уже 8. И да, ни в коем случае не умрите. Умрете — все труды на смарку. Потом вы будете очень долго плакать. Все, вуаля. Итак, подсчитываем. За ночь мы смогли набить 760 тысяч опыта уровня легенды. То есть уровень силы будет набираться, наверное, в раза два быстрее. Ну еще 1020... просто в выживаемости. А еще бонусом со всех этих падавших зомби очень-очень-очень много лута. Ну что же, доброй ночи и удачи!